Встречали теплый май, воскресенцы активно, все желающие могли принять участие в зарядке. А здесь дыхательные упражнения не так активны, как зарядка, но не менее полезно. А сейчас на сцене Георгий Шамуги, наш боец на голых кулаках. Это настоящий праздник активного образа жизни. Все бегают, прыгают, танцуют. Ну и как без капельки творчества? Детишки вооружились красками и рисуют на бумаге и даже друг на друге. А тут что происходит? Взрослый мужчина с холодным оружием нападает на мальчика. Не бойтесь, все под контролем. Вот так вот с детства приучали не бояться оружия, уходить от удара и производить вот такие действия, которые мы уже демонстрировали. Научиться правильно крутить шашкой может даже девушка, и это не просто дань традициям. Каждая девушка владела холодным оружием. Женщины могли отражать атаки противника. Вот так дружно и активно Воскресенск встретил 1 мая. Все самое интересное только начинается. Впереди лето. Денис Нитков, Артем Максимов, Мария Берг. Новости Искровект.